само название этой открытки, этого плода, оно как бы настраивает на то, что встреча будет очень сюрпризная, очень сказочная. Она дарит какими-то чувствами. Но передать тот восторг, то ликование сердца, в которое ты погружаешься, в котором ты ощущаешься, встречаясь глазами с этим прекрасным образом, словами действительно невозможно. Здесь все настолько наполнено светом, краски настолько яркие, что речь просто вот она не может передать это счастье. Песня, которая посвящена эта открытка, она очень любимая. Героини этой песни, они удивительные. Они рассказывают, песня повидала, как они трудятся счастливо, как они трудятся щедро, нетомимо. А открытка, она дает возможность встретиться с чудом этого счастья. Она дает возможность познакомиться с тем, а что такое ликование, а как жить, ликуя, как наполнять этим ликованием, счастьем, радостью каждый миг своей жизни. Смотришь на открытку и видишь, как наполнена она, каждый ее уголочек и вся она в целом.